Всем привет, ребят. Ну что, я решил потрошевать сегодня опять, пока нету битвы гильдии, потому что будет завтра битва гильдии, я не смогу пофармить кошмарку. Мы закончили на кошмарке 8-3 моими героями, вот такие вот у меня мега-нуба герои, и сегодня попробуем зафармить 8-4, возможно, дальше посмотрим, какая там кошмарка. Я в них не бегал, я не смотрю там, как другие проходят, потому что многие там кидают, посмотри, вот как прошли. Я никогда этого не делал, я прохожу и тестирую все сам. Какая привычка. Так, берем нашу магию, так как у нас в подземках уже немножко поменялись условия, начали таблетки быть жесткими. Возможно, такое, кстати, будет и у нас на битве гильдии. Интересно было бы на это посмотреть. 1132 явно с чем-то бил другим, либо с новой героиней. Фиг его знает. Ладно. Поехали на подземке. Давайте, кстати, возьмем гильдейскую магию. Ребята, кто играет на английском сервере, кидайте заявочки, вступайте. Гильдия Ukrainian, английский Android сервер, все контакты на экране. Welcome, места есть. Надо активные игроки. Так, ну вроде как бы все, все герои взяли. Поехали, посмотрим, что там у нас. А, я хотел еще. Что ж я забежал? Хотел я магию взять. Так, окей. Кошмарка 8-4, да? Да, 8-4. О май гад. Что тут делается? И тут можно Атлантика приструнить. Попробуем как-то его заколдычить. Смотрите, как отлично все слились сразу же. Нифига себе, как это так ворожей сливает? Ну вот я вот не могу понять. Или он там на Асуриках так сливается, или что? Вообще печально все. Куча фрей. Да, с этой подземкой могут быть проблемки. Сейчас попробуем, посмотрим. 50%. Поможем немножко в центре. В принципе, как раз три героя. Единственное, я не посмотрел на душики. Зайчик есть или нету. Что-то не вижу. Не, есть вроде. Мне кажется, тут у нас без варианта даже. Хотя, в принципе, 61%. Мне надо было, наверное, все-таки подождать дольше. 67, 70 ратушу мы ушатали, в принципе. Не знаю, посмотрим сейчас. Интересно просто уже дойти до конца, посмотреть, что мы в итоге, сколько мы максимум набьем сейчас. Так, кроль есть или нет? Не, есть кроль. Кроль тащит 75%. Понятно, наверное, скорее всего мы все не пройдем. Потому что смотрю, вот две таблеточки рядом под активной защитой. Но шансы, в принципе, довольно-таки неплохие. 25к уже, кстати, дамажит. Уже получше, это не 3-2к, как это было раньше. Что-то все-таки, наверное, поменялось. Потому что раньше реально был полный трэш. 87%. Там было по 1000, по 2 мы дамажили. Это реально очень мало было. Если бы мы выпустили Минотаврика чуть-чуть попозже, в принципе, мы бы без проблем ее фарманули.
Так. 87, да, видите, таблеточки все-таки, которые под защитой. Реально посложнее пробивать. Ну, поехали еще разок. Попробуем этим же составом. Единственное, постараюсь попозже выпустить седнушку. Всех остальных. Так, фармим на душика. Так, атлан сразу же отлетел. Понятно все. Пробуем еще разок. Так, что-то немножко я не так закинул, но в принципе не страшно. Так, атлант улетел. Кидаем ворожея и кидаем огника. Так, тихо, ша, не сливаться. Сейчас немножко попозже пусть подобьет огник. И смотр, видите, как смотр хорошо дамажит. Очень круто сливает. Асуриков. Так, ну что, думаю, можно, наверное, уже, в принципе, закинуть пару раз. Хотя еще есть асурики. Ладно, пусть добьет. Добьем уже всех асуриков до конца. Еще два асура осталось. Один. Смотр доберет. Так, есть, отлично. Так, я где-то магию уже просрал. Красавчик. Бум, 79%. Как вам? Как вам, ребятушки, такой раскладик? Так, таблетки по центру. Магии будем убивать. Так, смотрим еще, где у нас таблетка стоит. Одна вдали есть. Ну, у нас, в принципе, есть Минотавр. Думаю, мы тут без проблем справимся. Итак, я надеюсь. Сейчас по максимуму попробую зарядить. Мало ли. Так, седнушка и Минотаврик у нас должен долбануть еще разок. Минотавр ударил, но нифига не произошло. 94%. Я просто в шоке, честно говоря, ребят. Что бил он, что не бил. Таблетка у нас одна таки осталась вот рядом. И одна там. Это просто жесть. Самое главное, что Минотавр ударил, но он урона не нанес. Что за фигня? Блин, реально бред опять творится. Так, ну окей, попробуем сейчас еще разок. Это, конечно, жесть. Как так Минотавр ударил и нифига не набил? Я в шоке. Давайте попробуем на него поставим не железку. В принципе, тут некому забирать энергию. Поставим на него уже пакт. Так что наверняка. Просто пипец. Такс, 8-4, поехали. Ну, в принципе, как видите, она не такая уж и сложная. Так, все, махатмушки у нас ушли. Кидаем огника. Да, а, этот лан слился. Я уже думал, что ворожея только выпустили, он уже сливается опять. Думаю, запарил ты уже меня. Вот смотрите, опять слился. Ну что за фигня-то, а? Так, 45 с Минотавром.
Пробуем сразу же седнушку кинуть. 83. Ну, пробуем, смотрим. Так, седна улетела. 83% 2 минуты. Наверное, надо на огника поменять. Донцев поставить совсем по-другому. Ох, нифига себе, тут прям целая башня осталась. Офигеть. Я в шоке, честно говоря. Нифига себе там у башни этой жизни. Жесть. Смотрите, две таблетки осталось. Да ну нафиг, там целая таблетка полностью с фулл хп внизу стоит. Как ее пробить, я фиг его знает. Да, IGG. Вы умеете делать вещи. Просто тупо трэш. Так, ну у нас осталась только такая магия и таблетки, причем я смотрю в дальней стороне. Да мы их фиг пробьем. Как по мне, это нереально даже. Просто пипец какой-то. Нереально угорает над нами. Нереально. Да, Минотавра тут надо, наверное, попозже выпускать. Что такое 8-15 тысяч? Там в таблетках по миллионам мы бьем 8-15. 95%. Ну, вариант, в принципе, как проходить, я показал. Не знаю, буду, конечно, долбить до последнего ее. Надо сегодня ее затащить. Я поставил себе цель по одной таблетке в день. Проходить. Так, что-то мы не всех махат снесли атлантом. Сейчас огник должен добить. Сосмотрим. Так, отлично. Опять ворожей слился. Да что за фигня-то, а? Что это за фигня творится? Вот объясните мне. Так, Минотавр на 80 ударил. Фигню ударил Минотавр. Вообще не нравится. Точнее, на 40. Опять 80%. Все, седна улетела. Остался опять атлант. Ну, смотрим. Там Минотавр еще раз ударил, что ли? Они все в стане были. А, или это этот ударил. Так, смотрим. Три таблетки у нас здесь по центру. Мы их попробуем. В принципе, их там и так вроде добивают. Ладно, тратить магию пока не будем. Подождем. Может, где-то надо будет добить побольше. Оттянем магию до последнего. 88%. Ну вот нормально, по 400 бьет по обычной этой. А тут, блин, такой деф нереальный. Так, 92. Да, по центру одна таблетка зависает однозначно. Даже хз, видите, одна снизу. Добить.
Хрен его знает. А что там 40 тысяч пробиваем? Это вообще фигня, это вообще ни о чем. Блин, и они все в разных местах еще. Пробуем как-то вот так вот ударить. Это нас все равно не спасет. Видите, таблетки в разных сторонах и печалька. Заморозка. Надо так, чтобы они как-то были все одинаково в одном месте. Блин, жесть. Я просто в шоке. GG. Пробуем еще разок. Атлант. Так, Атлант вроде жив. Был. Так, еще одна Махатма у нас там осталась жива. Блин, вот Атлант, конечно, сливается, хоть у него, посмотрите опять. Хоть у него отражалки дофига, он сливается, скорее всего, из-за того, что бьет Асуриков. Только поэтому, мне кажется, он сливается. Так, Минотавр, все понятно. Тут уже не вариант. Можно делать сразу же перезаход. Не вариант, к сожалению. Так, есть. Ржей. Ржей на Асурок сливается только так. Смотрите, просто тупо попадает в Асур и все. Да, что-то я фигню сделал. Вообще фигню набью. Давайте попробуем поменять немножко. В принципе, тут без разницы, что ставить оживу, не оживу. Но все равно будет лучше оживу, конечно, поставим. Поменяем местами питомцев. Так вот. Она ворожая. Так как он не живет особо. Ола. Сейчас попробуем, кстати, на него подашку как вариант. Сольется или не сольется. Вот самому просто интересно посмотреть. Да, блин, Атлант не включился. Да что за фигня? С этим Атлантом уже не так. Роза уже подходит. Понятно все. Теперь все понятно. Просто жесть.
Так, ну теперь по идее ворожей не должен сливаться у нас вообще никак. Да, видите, у нас проблема была то, что он бил по асурикам. Отражалка. Уклонение у него и так хватало с головой. Так, душика слили. Ну что за фигня? Кто мне скажет, что это за подстава такая? Просто пипец какой-то. Так, 74%. 74%, в принципе, у нас тут вот неплохо можно подморозить. Так. Где у нас еще с защитой? Вот тут вот три таблеточки. Тоже попробуем по максимуму подбить. 81%. В принципе, все. Смотрим. Остальные, в принципе, таблетки. А, нет, еще есть одна вдалеке. Дальняя. Блин, откуда эта магия берется? Как она уже реально задрала? Это просто что-то нереальное. Хоть бери, блин, сюда делай героев с уклонением, с новыми суперпатрами. Опять нереально просто. Опять какой-то трэш. Так, ладно, давайте еще одну попытку, а то меня начнет просто уже бомбить. Я уже буду потом пробовать сам пройти до битвы гильдий. Короче, ребята, пишите в комментах, кто с бездонов куда дошел, кто вообще восьмой зафармил. Мне вот интересно просто посмотреть, для кого они делают эти подземки. Блин, с донатными героями сидишь, просто охреневаешь. Вот как-то странно, походу включаются эти таблетки там, где ударят. Точнее, это защита, где у таблеток в первую очередь меньше всего ХП появляется или как. Я вот не могу понять, каким образом это происходит, но судя по всему, это именно так. Других объяснений я пока не вижу. Именно те здания, которые больше всего подбиты, как-то так. Так, 64%. Ну, это уже получше результат. 65, нежели наш первый. Так, давайте по центру немножко разморозим обстановочку. Так, ну что, попробуем минотавриком жахнуть. 93. Просто что-то нереальное. Так, давайте заморозку. 95. Так, ну тут вроде все разобрали. У нас осталось одна таблетка вот здесь.
И одна таблетка вдали. Ну, хаза, хаза, ребят. Поехали на удачу. Закинем шарик. Вроде прошлись. Смотрим, 39 секунд. Не, все-таки еще где-то что-то есть. Или нет, не, все-таки одна таблетка осталась долбаная. Просто пипец. Смотрите, уже сколько сюда урона прилетело. 18 секунд. Это просто аут какой-то. Я манал. Короче, вот такое вот счастье у нас. 100. Это просто пипец. В общем, можете поздравить меня. Эти мучения 20-минутные закончились. 8-4 нашим составом пройдено. Просто реально жесть полнейшая. Я, честно говоря, в шоке. Сколько надо здесь всего? Конечно, можно есть более легкие пути, но я вот именно этим составом пробую пройти, посмотреть все-таки. Испытать всю мощь 8-й кошмарки. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.